Здравствуйте, это канал MoviChain, и сегодня мы расскажем о новой революционной децентрализованной блокчейн-платформе Bridgex Network, которая планирует интегрировать блокчейн-технологии в систему кредитного страхования. Мы все живем в мире финансовых структур, и фактически все в нашей жизни зависит от того, в какой финансовой экосистеме мы находимся. Некоторые модели настолько устарели, что уже не могут нормально функционировать, а другие, напротив, проверены временем и надежны даже сейчас. С появлением на рынке конкурирующей технологии блокчейн, некоторые очень быстро стали популяризировать такую модель развития экономики и финансов. Как только мировая общественность узнала про биткоин и другие криптовалюты, все сразу же стали изучать блокчейн-технологию и искать способы внедрения во многие процессы. Команда Bridgex Network считает, что блокчейн вполне себе способен сосуществовать с традиционными финансовыми структурами и даже взаимодействовать с ними на новом уровне. Это взаимодействие даст обычному пользователю настолько выгодные условия, что больше не будет необходимости в каком-то соревновательном моменте. Bridgex Network станет связующей нитью между обычным кредитованием, к которому все уже давно привыкли, и кредитованием с помощью блокчейн-технологий. По сути, разработчики планируют создать аналог системы кредитования, но в блокчейн-цепи. Он будет отличаться скоростью, безопасностью, а главное – доступностью. Мы привыкли к тому, что создатели блокчейн-проектов стремятся вытеснить существующие модели работы вместо того, чтобы попытаться взаимодействовать с ними. Платформа будет состоять из нескольких подсистем. Каждая такая система будет отвечать за отдельные процессы, протекающие внутри платформы и за ее пределами. Сами системы включают в себя множество смарт-контрактов, в которых описаны подробные условия взаимодействия между всеми участниками платформы. Основным модулем платформы является Bridgex Core. Это ядро, которое предназначено для взаимодействия и обработки всех смарт-контрактов и процессов взаимодействия с системами кредитования. BridgePay – модуль, который предназначен для обработки платежей и транзакций, а также отслеживания кредитной истории и предоставления инструментов для взаимодействия. Третий модуль – BridgeLoan, который будет осуществлять фактическое предоставление кредитов в криптовалюте через взаимодействие с традиционными банками. Bridge Convert и Bridge Send. Эти два модуля являются составными частями от модуля Bridge Pay и осуществляют конвертацию фиатных валют в криптовалюты и наоборот. На данный момент поддерживается около 30 самых известных фиатных валют, а операции могут совершаться из более чем 180 стран. Однако вы должны понимать и принимать ответственность за решение об инвестировании в данный проект. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие обзоры.